Рецепт приготовления пюреобразного соуса гуакамоле на гриле из авокадо, помидоров, лука, чеснока, лайма и кинзы. Гуакамоле – традиционный мексиканский соус, простой в приготовлении, полезный и очень вкусный. Соус имеет несколько вариантов приготовления, неизменным остается лишь его главный компонент – авокадо. Мы предлагаем вам приготовить гуакамоле на гриле. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. 1. Разогреть закрытый или открытый гриль до высокой температуры, разрезать авокадо пополам, удалить семена и вычерпать мякоть большой ложкой, вымыть и нарезать помидоры, смазать авокадо, помидоры, ломтики красного лука маслом и положить на гриль, обжаривать овощи на гриле около 5 минут с каждой стороны, в зависимости от того, насколько разогрет ваш гриль, это может занять от 2 до 7 минут с каждой стороны. 2. Переложить обжаренные авокадо в большую миску. 3. Натереть чеснок и выжать сок лайма сверху, перемешать все вместе. 4. Добавить измельченный лук в миску. Подписывайтесь и ставьте лайки. 5. Нарезать помидоры, удалив семена и кожицу, добавить в миску, посыпать измельченной кинзой сверху и добавить в соль и перец по вкусу, смешать вместе все компоненты, добавить приправы, если необходимо, поставить в холодильник перед подачей. Подписывайтесь и ставьте лайки. Теперь о составе нашего блюда. Авокадо – 4 штуки, помидора – 2 штуки, красного лука – 2 дольки, масло для гриля, по вкусу, чеснока 1 зубчик, лайма, 2 штуки, соль и перец, по вкусу, количество порций, 6. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх, и спасибо за просмотр. Приятного аппетита, приходите еще.